Итак, у нас, начинаем, есть три вида дохода. Первый вид дохода – это, если ты пользуешься продуктом, то ты, первое, защищаешь свой двигатель и технику. И это первый ваш доход. Плюс дополнительно бонусом, через несколько баков, когда происходит правильная настройка аппаратуры, ты получаешь экономию топлива. Итак, первый вид дохода. С одной бутылки до 25 тысяч рублей на недорогой технике и на дорогой технике до 50 тысяч рублей. Одна вот такая бутылочка, недорогая, до 25, дорогая, до 50 тысяч рублей. То есть одна бутылка вам дает экономию в виде расходных материалов и в виде дополнительного топлива на недорогой технике до 25 тысяч, на дорогой до 50 тысяч. Первый вид дохода. Если первый вид дохода всем понятен, цифру 5. Идем далее. Есть второй вид дохода. Второй вид дохода это, если первый вид дохода вы пользуетесь, то второй вид дохода это что, друзья? Это продажа. Что такое продажа? Сейчас объясню. Вы стали дилером. Вы заплатили 10 тысяч долларов за франшизу. И вы получаете возможность покупать продукт на 100% дешевле. Всем понятно? То есть вы получили франшизу в подарок, вы заплатили за нее 10 тысяч долларов. Все последующие люди в будущем будут официально покупать франшизу, чтобы получать цену в два раза дешевле. Теперь смотрите, что получается. Так как вы уже стали дилером, вы получаете продукт за 1000 рублей. А клиенту бутылка стоит от 2000 рублей. В некоторых городах 3000, в некоторых 5000. Одна бутылка стоит от 2000 до 5000. Это зависит от страны. То есть одну бутылку продаем от 2000 до 5000. В Киргизии я знаю, продают за 3000. В Европе, я знаю, продают за 5000. В России от 2000. В Украине от 2000. То есть это зависит от страны. То есть от 2000. Итак, вы получаете 100% маржу. Потому что вы купили франшизу за 10 тысяч баксов, которую вам подарили. И у вас появляется доход. Какой? 10 бутылок продали, заработали 10 тысяч. 100 бутылок продали, заработали в месяц 100 тысяч. Продали 1000 бутылок, заработали в месяц 1 миллион рублей. Продали 10 тысяч бутылок, заработали 10 миллионов рублей в месяц. На днях будет тренинг. Как правильно давать рекламу в городах, как правильно давать статьи в газетах, журналах, как правильно давать рекламу в интернете, как правильно давать рекламу на машинах. Я вам расскажу об этом, покажу, сделаю вам подсказки. Вы, естественно, это все сделайте вместе с нами и начнете зарабатывать не только на экономии, но и на продаже. То есть мы научим вас правильно делать бизнес, мы научим вас правильно давать рекламу, у вас появится возможность делать правильную рекламу на машинах, на службах такси, в газетах, в журналах. И методы разные. Например, вот такую рекламу будете делать. Вот видите, 100 машин в такси. Вот смотрите, 100 машин в такси. Вы сделали платную рекламу. 100 машин в такси ездит. И вы заплатили, допустим, за 100 машин, допустим, там за рекламу, образно там от 20 тысяч до 100 тысяч. И 100 машин по вашему городу ездит вот с такой рекламы. Все звонят вам. И у вас в месяц продается, допустим, 1000 бутылок. Вы за рекламу заплатили, допустим, 20-100 тысяч, а продали на 1000 бутылок и заработали 900 тысяч чистыми. Дальше в газете, в журналах подключили предприятие. У нас есть полный пакет документов. Вы подключаете предприятие, они берут 10 тысяч бутылок, вы получаете 10 миллионов. И так далее. И эти все методы будут в этом месяце. Я расскажу вам самую лучшую рекламу. Мы с вами поговорим о том, как это сделать. Также я буду приезжать в ваши города. То есть вот такие вот будут баннера.
Например, компания «Топливодар» приглашает на первую региональную конференцию. В Москве, Новосибирске, Красноярске, в Киргизии. То есть я приезжаю, вы собираете ДК, в ДК 500 тысяч человек, я провожу профессиональную презентацию, профессиональные тренинги, и город и регион остается под вами. И вы в своих офисах получаете громадный приток людей, они будут приводить туда клиентов, вы будете показывать видео, и вы в этих офисах будете собирать деньги, потому что люди будут у вас покупать там продукт. Понимаете, вы наймете потом в будущем, сначала будете сами трудиться, а в будущем наймете профессиональных менеджеров, которых обучите этому. Сначала вы будете это делать сами. Потом мы вас научим нанимать персонал, и чтобы персонал за этим следил. А вы будете уже курировать персонала. Мы будем вас собирать на встречи на Байкале, в Дубае, в Москве, и проводить вам инструкцию, как повысить эффективность ваших продаж и вашего бизнеса. Вы вдумайтесь, получать процент от каждого жителя вашего региона, который заправляется бензином, дизелем и газом. Вот это возможности. Кого-нибудь захватывает дух, о чем я говорю? Я прямо счастлив, у меня энергия, я чувствую этот рост. Следующий момент. По продажам понятно, да? Первый вид дохода – экономия, защита техники плюс бонус экономия топлива. Второй – продажи. Третий вид дохода – это партнерская сеть. То есть вы можете не только продавать продукт, вы можете строить сеть как в интернете, так и на земле. Партнерка жирная, самая щедрая в мире сеть, и вы получаете проценты. 3% вы получаете от мирового товарооборота раз в год за определенные заслуги, и 30% вы получаете каждый месяц за определенные заслуги. Это очень большие деньги, поверьте мне, от живых денег. Не от баллов, а от живых денег. И сейчас я вам покажу, что это за деньги. Это очень громадные суммы. Очень громадные суммы. И партнерская программа, значит, так как вы официальный дилер, вы имеете право подключать сетевиков, предпринимателей, предприятий, автолюбителей. То есть вы будете, понимаете, региональными представителями. И у вас будет возможность подключать разные структуры. И к вам будут приходить лидеры Samway, Oriflame, SLR, GNS, с разных компаний, с разных городов. У кого-то бизнес закрывается. Они будут приходить к вам и будут спрашивать разрешение, так как вы официальный дилер, на сотрудничество. По-другому они не смогут. Понимаете? И вы через год, 5 лет построите большую сеть, будете вот эти полномочия давать, и люди будут подключаться, а вы будете следить за процессом. То есть в будущем вам не надо будет делать то, что будете делать сейчас. Вам год нужно трудиться, год. А потом вы будете следить за офисами, следить за продажами, следить за обучением, следить за навыками, как проходят презентации, как проходят тренинги. Изначально год будете трудиться. Да. Есть такое понятие, чтобы стать директором завода, нужно взять метлу и на этом заводе подметать сначала, потом пойти в охранники, потом пойти в инженеры, потом пойти в начальника цеха, потом пойти в главным стать. То есть вы сначала должны, понимаете, образно, через метлу прийти к директору завода. Потому что вы должны понять, как устроен этот бизнес снизов. Снизов вы должны понять, как устроен бизнес. Вот тогда к вам придут большие деньги. Теперь следующий момент. По партнерской программе. Что получается по партнерской программе? Итак, 3% раз в год компания дает по 1% от мирового товарооборота. Если товарооборот мы сделаем, предположим, как пример, 100 миллиардов, значит 3 миллиарда будет выделено на разные бонусы суперактивным людям. То есть не владельцам предприятия, не клиентам, а именно акционерам. А сколько будет активных акционеров? Активных акционеров будет, допустим, от 100 до 1000 человек. И вот эти 100 тысяч человек активных, лидеров, которые возглавляют города, страны, они и будут делить образно вот этих 3 миллиарда рублей. Нормально, нет? Понимаете, о чем я говорю? То есть образно вот этот костяк,
грамотных людей, они и будут делить. Тодор Болгарию захватит, Денис Белоруссию захватит, Москву Людмила Грабинская захватит, Бишкек Айбар с Максатом захватит, Снежана Лукарская Грецию захватит. То есть Анатолий Кричко, значит, захватит там другой город, Китывани Грузию захватит. Понимаете, о чем я говорю? Азарков Санкт-Петербург захватит. Сергей Тундру оленей будет там окучивать. Алишер Казахстан возьмет. Понимаете, о чем я говорю? Я могу приехать в Казахстан, я могу приехать в Киргизию, Грузию, я могу делать тур по СНГ, тур по России, при одном условии, если вы готовы трудиться. Москву хочу. Москву, Максим, это очень жирно. Москва, она более 15 миллионов. Это очень такой жирный рынок. Всю Москву не отдадим. Отдадим вам хотя бы там часть Москвы, этого будет достаточно. Итак, идем дальше. Людмила, не жадничайте, пусть он юг заберет, вы север заберете. Запад отдадим Макарову, а другой регион еще кому-нибудь. То есть вы можете, понимаете, многое сделать для себя. Стать первыми. Но, естественно, нужно трудиться. Теперь по этим процентам. Чтобы получить вот эти вот 3%, есть ряд условий. Вот этот 1%, он в виде подарков. То есть компания вам будет давать здесь не деньги, здесь она будет давать машину BMW, квартиру, например, в поселке, или дом в поселке. Там планшет, например, телефон, например, поездку за границу. То есть вот этот 1%, он будет лидеров поощрять разными подарками. Это, я думаю, приятно, да? Вот этот 1%, это называется резервный фонд. Резервный фонд – это на усмотрение компании самым суперактивным. Вот этот 1% суперактивным – это люди, которые сделают больше роликов, больше создадут товарооборот, выступали, были, то есть, спикеры, тренеры, города собирали. Вот этот 1% для супер особенных людей. Вот этот 1% для всех людей, кто создал товарооборот, но если ваш товарооборот маленький, то и вот этот 1% маленький. Если ваш 1%, если ваш товарооборот большой, то вот этот 1% жирный. А вот этот вот 1%, вот этот вот 1%, он вообще для всех поровну будет делиться. То есть вот этот будет ровно делиться на всех. Вот этот вот ровно от вашего участия. То есть вот это, смотрите, честно, от вашего участия, смотря как вы трудились. Вот это вот прямо суперактивным. А вот этот 1% ровно между всеми поделится. Но при одном условии, если вы были год активны, то есть 12 месяцев, у вас должен быть заказ либо на год, либо каждый месяц по одной бутылке. И обязательное условие, что ваша структура, ваш регион делает товарооборот в год более 100 тысяч рублей. Это совершенно мало. За 12 месяцев сделать товарооборот больше 100 тысяч рублей, 12 бутылок, взять на год для себя, либо одну бутылку каждый месяц. И вы ровно делите эти доходы между, допустим, доходами президента компании. Смотрите, я являюсь президентом компании, но я играющий игрок, действующий. Я специально не стал отсиживаться. То есть я не стал отсиживаться, я специально попросил компанию, чтобы мне дали право участвовать вместе с вами в процессе завоевания рынка. Ну, объясняю для чего. Я хочу проверять то, о чем говорю вам лично. То есть я не хочу учить вас тому, что сам не прочувствовал. То есть я не хочу быть бизнес-тренером и не хочу быть президентом, который вам просто дает что-то, но сам это не проверяет. И я лично принял решение быть не просто президентом компании, то есть не решать дела компании, а я действующий игрок, который вместе с вами, причем на равных условиях. Мне никто не платит больше, запомните, мне никто не платит больше по процентам, так же, как и вам. Я на равных условиях вышел в поле, чтобы вместе с вами создавать товарооборот и показывать вам на своем примере, что можно трудиться. И моя цель подключать предприятия, автолюбители. Если, допустим, я подключу 10 предприятий, которые, допустим, покупают образно в месяц на 100 миллионов рублей, то за год это 1 миллиард. И вы от моего миллиарда,
который я создал, вот этот 1% делить все. Вы представляете? То есть я вот об этом говорю. То есть мы делим 1% от всех лидеров, от всех президентов, от всех директоров, от всех предприятий. Вот в чем суть-то. То есть вы будете делить эти доходы. Но у вас одно условие. Год вы активны, нельзя ни одного месяца пропускать. Либо по одной бутылке в месяц, либо заказ на год. И товарооборот структуры за год более 100 тысяч рублей. Представляете, если мы создадим товарооборот 100 миллиардов? Это круто будет. Это очень круто будет. Если мы создадим 1 миллиард, это круто будет. Если мы создадим 100 миллионов, тоже круто. Но 100 миллионов это 1 миллион, это 1%. 100 миллиардов это 1 миллиард. То есть вы должны понимать, чем мы будем лучше трудиться. И, конечно, основные деньги придут не первых полгода год. Основные доходы у нас будут через 1,5-3 года. Первых 1,5 года мы будем пробивать рынок. Мы будем создавать бренд в разных городах. То есть первое время мы будем трудиться. То есть мы сразу миллиардерами не станем. Нам надо будет прорывать рынок, то есть знакомить людей с продуктом, знакомить людей с возможностями. Мы будем людей вести поэтапно. Вы это должны понять. Людей будем вести поэтапно. Вот тогда придут результаты, не сразу. Сразу вам говорю, ребята, не надейтесь, что вы завтра страшно разбогатеете. Не старайтесь взять пакет на год и этот пакет продать за один день. Если вы не умеете, вы это не сможете. Вы взяли пакет на год, вы новички. Ваша задача его продать минимум за год. Но если за один день, это вот такой плюс будет. Это жирный плюс. То есть вы должны понять, вам нужно время, терпение и нужно здесь действовать. Следующий момент по процентам. Завершаем нашу маркетинговую часть. Итак, мы обсудили, что есть 3%. Вы уже поняли, как они начисляются. И еще есть 30%. Еще есть 30%, что это значит? Еще есть 30%, они первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая линия. Это называется сложный процент, по 5% за каждую линию. Мы специально создали вам так, чтобы вы доходы получали из глубины, из ширины. То есть ширина без ограничений, глубина без ограничений. То есть речь идет о том, что мы специально вам создали возможность быть заинтересованным не в одном человеке, а чтобы вы работали в офисе и с пятой глубиной, и с третьей глубиной, и вы получаете 1%. Понимаете? Поэтому вам выгодно работать и с сотой глубиной. Как вам такой бизнес-план? Бизнес-план мирового уровня, где вы заинтересованы работать и с глубиной, и с шириной. План, конечно, сказка. И я вам расскажу... Вот здесь важный момент. Что такое 5%? Ребята, это немало. Вот смотрите, простым языком показываю. Вот если вы всего 5 человек за год найдете, 5 человек, на мой взгляд, это мало. Знаете почему? Хотите, я вам покажу, сколько у меня уже? Смотрите, бизнес запускаем в октябре, а у меня уже в первой линии потенциальных клиентов, они еще даже рассылку не получали. Смотрите. 329 человек в первой линии, видите? И я вижу активных партнеров. Вижу, кто заказал продукт. Видите? Гораздо больше, чем 5. Видно? Видно. Вот в чем фишка. Я вижу, что они с разных стран мира. И Кипр, и Украина, и Россия, и множество других стран мира. Бельгия, Болгария, Казахстан. 329 человек. 329 человек. А я вам показываю 5 человек. 5 человек нашли за год. Если не сложно, поставьте цифру 5. Дальше. Эти 5 пригласят по 5, будет 25 человек. Те по 5, будет 125 человек. А вы первые. Вы стоите у руля. Что произойдет? И они берут одну бутылку в месяц. То есть они берут одну бутылку в месяц. Мы не будем считать, что у кого-то берут 10, у кого-то берут 100. Смотрите, я все свожу к минимуму, потому что кто-то один может продать 100 бутылок. Вот, Геннадий Хаталов, напиши, сколько ты за сутки заработал? Сколько ты за сутки заработал? То есть он заработал за сутки, напиши. Понимаете, сразу же 40 бутылок или сколько там он продал? 40 бутылок он продал. То есть он за сутки 40 бутылок продал. То есть речь идет, вот видите, 40 тысяч заработал. Он 40 тысяч бутылок продал за сутки.
Я вам не ставлю здесь, что каждый человек продает по 5, по 10, по 20 бутылок в месяц. Я ставлю одну, специально по минимуму. Занижаю доходы. Здесь будет у вас 250 рублей доход. Здесь у вас будет доход 1250 рублей. В третьей линии доход будет 6250 рублей. Дальше идет интереснее. Четвертая линия 31250. Пятая линия будет 156250. И шестая линия еще интереснее. Шестая линия будет 780. Получается 6250 рублей. Это сложный процент. Все вот эти доходы складываются. В среднем это около 1 миллиона рублей. И у вас ушло в среднем от 1 до 3 лет, чтобы создать такую структуру. И вы будете получать пассивный доход ежегодно. Более 1 миллиона рублей, потому что они будут брать пакет на год, а пакет на год говорит о том, что человек заказал пакет на год, и у него по одной бутылке идет на будущее. Простыми словами, то есть человек взял 12 бутылок на год, и вы получаете по 1 миллиону каждый месяц, уже не работая. То есть вы получаете 12 миллионов за год. Но если они будут брать по 10 бутылок, то умножьте это на 10. Если они будут брать по 2 бутылки, умножьте это на 2. 1-3 года вам нужно по этой программе трудиться. И здесь нужно действительно трудиться и пробовать рекламу и на земле, и в интернете, и продажи, и пользоваться продуктом. Сегодня я был на тренировке, бегал в лесу несколько километров. И там есть мужчина, который один ездит на крузаке, другой на ландровере. И я там был, и я был с экспертом, говорю, смотри, Иннокентий, вот видишь, у этого крузак, у этого ландровер, вот смотри, мы с ними здороваемся, они здороваются с нами. Давай в следующий раз я проведу эксперимент, мы не просто бегаем, а вот мы побегали, и вот пауза есть. Я подхожу к нему, мы здороваемся, я скажу, добрый вечер, хотел с вами вот о чем поговорить. Вот у вас автомобиль, вы его любите? Вот крузак, нравится вам? Он говорит, да, нравится. Знаете, вот у меня тоже BMW, вот рядом стоит, она мне тоже нравится. Я хотел бы вам просто по-дружески предложить вот интересную тему для вас. То есть есть такой продукт и роль, и телефон с собой. И вот видите на своем BMW, видите, у меня экономия, рекорд 4,9 литра. Но я не ради экономии, я ради защиты, у меня двигатель стоит более 1 миллиона. У меня машина стоит как ваших 2 новых крузака. То есть, если брать с салона 2 крузака новых и брать BMW мое, то мое BMW это 2 крузака. Я объясняю, у меня двигатель стоит 1,5 ляма. И для меня важно, чтобы двигатель... Понимаете? Я говорю, давайте я поговорю по этому. Ну, то есть, с людьми. И вот нужно общаться с разными людьми. Почему бы не пообщаться на природе? Почему бы не пообщаться в ресторане? Почему бы не пообщаться в гараже, в офисе, в кафе? Нужно общаться дома, нужно общаться в интернете. Я вам говорю одно, если мы не будем общаться, у нас не будет партнеров, у нас не будет бизнеса, у нас не будет продаж. Я вам хочу сказать, что нужно использовать свой момент, лови момент в любом месте, всегда с собой, пусть у тебя будет в машине, в бардачке, в сумке, буклет, продукт, научись правильно доносить, закачай ролики на телефон, на планшет и доноси до людей верную информацию. Пытайся не продать продукт, а пытайся человеку показать пользу, что он получит. Какие есть преимущества? Я делаю очень просто. Я даю рекламу, здесь телефон, на машине телефон, да, здесь телефон, реклама, в газетах, статье, в интернете. Я даю рекламу, мне идет звонок, я беру телефон, а в рекламе написано скидка на заправки или экономия топлива до 15-30%. Мне человек звонит, я беру трубку, и этому я вас буду учить на тренингах. Дилер топливной компании Андрей, чем могу помочь? Здравствуйте, видел вашу рекламу. Я говорю, какую рекламу видели? Он говорит, по экономии топлива. Я говорю, вас это заинтересовало? Он говорит, да, заинтересовало. Я говорю, подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день ссылки нельзя никакие скидывать в чат без моего разрешения. То есть что получается? Я говорю, на какой технике вы пользуетесь? Человек говорит, какой у вас автомобиль? Он говорит, например, Нива. Я говорю, на какой заправке вы заправляетесь? Он говорит, на Роснефти. Я говорю, а по какой цене? Он говорит, допустим,
по 36 рублей. Я говорю, а хотите заправляться не за 36 рублей, а за 30 рублей? Он говорит, да, интересно. Я говорю, наша компания при поддержке правительства представляет на рынке продукт нового поколения, который создан был в свое время для оборонки. Это продукт топлива ДАР. Этот продукт, катализатор, вы добавляете в пистолет перед добавлением бензина, дизеля и газа, и вы заправляетесь не за 36 рублей, а за 30 рублей, потому что происходит полное сгорание топлива. Но самое главное, вы защищаете свою технику. Он говорит, сколько стоит? Я говорю, есть несколько вариантов. Есть три дозатора, 450 рублей, пробная версия. А есть полный комплекс, бутылка. Бутылка вам обойдется 2000, а если вы будете все время брать дозаторами, 3000. Но три дозатора 450. А назад вы возвращаете с одной бутылки до 25 тысяч на недорогой технике и до 50 тысяч на дорогой технике. То есть, понимаете, о чем я говорю? Я вас научу профессионально работать с людьми. Правильно отвечать, правильно доводить информацию. Покажу, какие ролики показывать, какие документы показывать. Вот, например, здесь человек есть в чате. Арт Вапс. Он говорит, сделать бы вот такие документы. Вот то, что он говорит, не надо делать. В этой теме я профессионал. Наш продукт соответствует ГОСТу Российской Федерации. И нам дополнительных документов, у нас есть испытания при поддержке правительства на бензине и на дизеле. Так вот, знаете одну вещь? Бензин и дизель никто не испытывает дополнительно, который соответствует ГОСТу Российской Федерации. Например, в лаборатории на машине Mercedes или BMW, или Audi, или на тракторах. Вы об этом знаете? То есть топливо, которое заправляется на заправке по ГОСТу Российской Федерации, его никто не тестирует, и никаких дополнительных исследований, вот как многие люди говорят, а пусть Mercedes напишет, что это можно. Ребята, что такое Mercedes и что такое ГОСТ Российской Федерации? Вы хоть понимаете? Вы хоть понимаете, что такое Росстандарт? Это главное учреждение в России. И главное учреждение в России говорит, соответствует и рекомендуется. Это гораздо круче, чем какой-то Mercedes или там АК. Вам совершенно ни от одного производителя машин не надо никакого разрешения. Когда вы научитесь разбираться в том, в чем я разбираюсь, вам не нужны вот эти всякие какие-то фишки. Понимаете? Теперь по партнерской программе я вам рассказал. Тренинг я проведу для вас на днях. Вот она, партнерка. И по документам. Что вам нужно официально по документам, сейчас мы поговорим. Поговорим по акции, по цене. Сейчас мы с вами тоже это все обсудим. И я вам расскажу, что делать. Многие, к сожалению, люди делают неправильные поступки. Они говорят, нам бы вот эту бумажку, нам бы вот эту бумажку. Вот когда эта бумажка будет, мы начнем работать. Кстати, мы планируем в будущем рекламу делать по РТ, НТВ, журнал «За рулем». Мы планируем делать в журнале «Механик». То есть мы в будущем планируем делать официальную рекламу, плюс разные дополнительные исследования, плюс отзывы от разных компаний. У нас сегодня несколько десятков компаний транспортных официально тестируют продукт. Несколько. Они сейчас тестируют продукт. Когда тесты пройдут, у них будут испытания, их исследования. И потом они будут рекомендовать наш продукт другим компаниям. И будет специальная папочка, где разные компании на сегодняшний день будут рекомендовать этот продукт другим подобным компаниям. Строительные компании, транспортные компании. Теперь внимательно посмотрим на экран. И я вам это покажу. Теперь вот здесь мы это увидим. Смотрите, совершенно, вот опять человек не разбирается, совершенно не нужны никакие испытания, как работает катализатор. Потому что сам катализатор всем ученым давным-давно известно, как работает. Что такое катализатор? Катализатор — это тот продукт, который что? Улучшает процесс сгорания. Понимаете? В камере автомобиля. То есть это давно известно. Самое главное, чтобы продукт соответствовал ГОСТу. И вот теперь посмотрите. Самое главное испытание — это Росстандарт. Вот вам я показываю те документы, которые у вас должны быть в первую очередь. И они у вас есть. Смотрите. Благодарственные письма. Совершенно неважные документы. Благодарственные письма. Но они нужны. Но это не важно. Все благодарственные письма — это
нужны, но они не важны. Дальше идем. Самый главный документ, это вот этот вот. По испытаниям. Это Росстандарт, это дизель. А вот это Росстандарт бензин. То есть номер испытания, это все официально. И вот здесь мы видим наименование продукта бензин АИ-92 с добавлением катализатора топлива ДАР. Производитель ООО «Фрейм Ангарск». И вот здесь мы видим испытание, понимаете? Именно бензина или дизеля с добавлением катализатора моторным методом, то есть и не моторным методом и так далее, И мы видим, все соответствует ГОСТу Российской Федерации, не изменяет качество топлива и рекомендован. Понимаете? Вот в чем фишка. И вот печати. Это официальный документ. Я вам их сейчас скину. Дальше. Вот официальные договора. Типовой договор. Например, фирма такая-то заключает контракт с такой-то фирмой. Цена товара, порядок. И вот здесь мы видим официальные печати. Вот так делаются сделки. Счета, оплата и так далее. Понимаете? Вот это главные документы. Далее. Вот так люди оплачивают. Например, счет такой-то, такая-то организация, такая-то сумма, будьте добры оплатить. То есть нам официально предприятие переводят деньги. Следующий момент. Помимо этого, еще должен быть главный продукт, главный документ на продукт. Вот главный документ на продукт. Фрейм Ангарск, топливо ДАР, ТУ, технические условия. Ничего важнее в России нет, чем ТУ. Запомните это. ТУ, вот он, разработан, впервые в 2015 году введен, соответствует, значит, печати, видите, государства, то есть проверено, официально заверено. Идем дальше. И вот здесь вы видите, в ТУ, что, для чего все рассказывается, и это проверено государством. И каталожный лист, продукт топлива ДАР, номер ТУ такой-то, не подлежит обязательной сертификации продукт. То есть так как продукт соответствует ГОСТу, и он несомнительного качества, то он не подлежит обязательной сертификации, как другие продукты. То есть наш продукт, он несомнительного качества, поэтому он не подлежит обязательной сертификации. И запомните важную вещь. Все продукты, которые подлежат обязательной сертификации, они могут быть сомнительными. Вот. Идем дальше с вами. Следующий документ. Успокойтесь, молодой человек, Арт Вапс. Я вам уже по-русски сказал. Вы сейчас говорите о том, что совершенно нам не надо. Если вам это надо, сделайте это отдельно. Не надо учить нас, что надо, что не надо. Мы уже делаем сделки. С нами работают предприятия. Идем далее. Идем дальше. И вот здесь, друзья, следующий документ. Характеристики продукта. Тоже рекомендовано государством, вот печати, то есть продукт соответствует качеству и соответствует всем ГОСТам. И этот продукт, ноу-хау, вот здесь вы видите, ноу-хау. Все эти документы официально вы можете получить. Вот вам ТУ. Вот вам дальше испытания. Вы можете позвонить в лабораторию и спросить, делали испытания или нет. То есть это все документы официальные. Далее, вот каталожный лист. Далее, вот вам продукт. Это буклет. Буклет в электронном виде. Друзья, идем далее. Все документы мы вам дали. Все документы, которые основные нужны для заключения контрактов, для продукта и так далее, Теперь переходим с вами к следующему этапу. Сейчас вы получаете подарок. Это собственный сайт. Вот здесь, у вас есть кнопка. Поднимаемся выше. Нажимаем «Забрать подарок топлива ДАР». Вот здесь нажмите «Забрать подарок топлива ДАР». Нажимаем, друзья. Нажимаем кнопку «Забрать подарок топлива ДАР». У вас открывается вот такая вот страничка. И вам необходимо заполнить данные. Заполняйте имя,
фамилия, электронная почта, повторение электронной почты и номер телефона. То есть вы что делаете? Первая графа – имя, вторая графа – фамилия, третья графа – электронная почта, четвертая графа – повторение электронной почты, пятая графа – номер телефона. Когда вы все заполнили, нажмите кнопку «Раскрыть секрет». И когда вы это сделали, в чате поставьте цифру 7, кто это сделал на этой неделе, кто это сделал вчера, кто это сделал сегодня или сделает сейчас. Итак, друзья, я вас всех поздравляю, поздравляю Дениса, Александра, поздравляю всех адекватных людей, Якова. Поднимаемся выше, жмем «Забрать подарок», «Топливо дар». Открывается вот такая вот страничка. Пишем первая графа «Имя», вторая графа «Фамилия», третья графа «Электронная почта», четвертая графа «Повторение электронной почты», пятая графа «Номер телефона через плюс». И жмем кнопку «Раскрыть секрет». Кто из вас это сделал, вы получаете франшизу стоимостью 10 тысяч долларов, за которую вам платить не надо, и вы получаете ее в подарок. Дальше. Мы вас обучаем бизнесу, мы вам показываем возможности, даем вам материалы, рекламу и многое-многое другое. И делаем с вами наш общий бренд и развиваемся вместе. Всех поздравляю с вас. Отлично. Идем далее, друзья. Следующий этап. Вы сейчас получили франшизу в подарок. Если кто-то не сделал, поставьте цифру 8, я подожду. Если кто-то не успел, цифру 8 поставьте, я подожду. Теперь следующий этап, друзья. Мы вам даем возможность индивидуального куратора. То есть у вас вот здесь, вот это вы, есть помощь. Менеджер, лидер и наставник. Наставник у вас один, Андрей Шаура. Менеджер у вас разный. И лидер у вас тоже может быть разный. То есть наставник у вас Андрей Шаура один. Менеджер у вас у каждого свой, и лидер у вас у каждого свой. Вы задаете вопросы менеджеру, лидеру и наставнику. Мы вас обучаем. Наставник дает рекомендации лидеру, менеджеру и вам. Если хотите быть успешными, вот здесь нажмите кнопку «Менеджер» слева, нажимаете. У вас откроется вот такая вот страничка. У вас откроется такая страничка. И вот здесь имя и фамилия вашего куратора, менеджера. В чат напишите, друзья, кто у вас менеджер. То есть нажимаем кнопку здесь «Менеджер», открывается вот такая страничка. И вы связываетесь по скайпу, по телефону с вашим куратором после встречи. И он вам помогает. Отлично. Вот эти люди, вы с ними свяжетесь, и они вам будут помогать. Теперь следующий вопрос, друзья. То есть вы получили что? Франшизу в подарок. Теперь вам нужно ее настроить. То есть все, что вам непонятно, вы зададите вопросы менеджеру. То есть свяжитесь с ним после встречи и зададите. А все, что понятно, вы задавать не будете. Вот это главный сайт. Вам нужно правильно настроить свою франшизу. Вы зашли на главный сайт вот здесь. Главный сайт, нажали. И потом нажимаете кнопку «Профиль». То есть нажимаете главную страницу и жмете «Профиль». Сейчас я вас научу заполнять страничку, делать заказ, дам вам акции разные, и на этом наша встреча завершится. И по поводу патента. То есть, еще раз объясню. Патент – это интеллектуальная собственность компании. Наша компания на патент документы подала. И патент делается в России до полутора лет.
То есть патент показать невозможно, потому что патент делается на изобретение до 1,5 лет. Сначала проверяются все технологии, и потом после всего разносится в реестр государства. Но интеллектуальная собственность, она нужна только для предприятия. То есть патент, он только идет для предприятия. Для продажи он вообще не идет. Для сделок он не идет. Это только защита прав, предприятия. Чтоб никто не смог подделать продукт, то есть специально защищают. И вот создано это для этого. Ну то есть вот так. Конечно, патент стоит денег. Если вдруг у вас видео не работает или чат, выйдите, зайдите заново, все заработает. То есть по патенту понятно всем, да? То есть все понятно. То есть патент выдается в течение 1,5 года. И то только выдается для предприятия, для собственности. Все документы поданы, но получить его можно в течение 1,5 года, когда это все закрепят. Теперь следующий момент. Мы настраиваем ваш офис. То есть мы нажали главное, потом нажали профиль. И вот здесь заполняете графы. Первая графа – имя, вторая графа – фамилия, третья графа – электронная почта, четвертая графа – номер телефона, пятая графа – друзья, Skype. Дальше справа – основной адрес доставки. Здесь страна, здесь город, здесь пишите улица, дом, квартира, почтовый индекс, номер телефона, имя и фамилия получателя документов и продукта. Дальше. Вторичный адрес заполнять не надо, либо введете такой же. Это для клиента. Далее. Ниже спускаетесь. Все вот эти странички вы добавите после встречи. Нажмете плюсик, у вас откроется новое окошко. Здесь выберите контакт, одноклассники, Facebook. И сюда поставите ссылку свою реферальную на одноклассники. Выглядит это вот так. Когда будут нажимать кнопку «Менеджер», то вы будете открываться вот таким образом. Здесь будет написана ваша фамилия, здесь будет фотография, и здесь будут ваши ссылки на соцстраницы. Видите? То есть, когда вы правильно оформите профиль, люди будут жать кнопку «Менеджер», и они будут попадать вот на такую страничку. Поэтому вот здесь минус «Убрать», плюсик «Добавить». Далее. Вот здесь ссылка на конференцию. Это реферальная ссылка на конференцию. Нужно купить академию, вы зайдете в академию, нажмете «Купите академию», месяц $10, в 5 раз дешевле, чем в других компаниях, на год от $6 в месяц. То есть вы купите академию вот по этой ссылке, и у вас академия будет стоить от $6 в месяц. Потом зайдете в профиль, сюда поставите ссылку на бизнес «Топливодар», здесь придумаете название академии, нажмете «Сохранить», зайдете в «Настройки», и у вас внизу в академии будет ссылка для посещения гостями конференции. Вы вот эту длинную ссылку скопируете, в профиль зайдете и вот сюда вставите. Нажмете «Сохранить». Люди, которые будут ждать расписание, они будут попадать на расписание. Здесь будет кнопка «Менеджер». Они будут ждать «Менеджер», будут связываться с вами. А ниже будет расписание на неделю, когда будут презентации, тренинги. Далее, человек жмет «Войти в конференц-зал», то есть смотрите, человек жмет «Войти в конференц-зал», попадает на прямую встречу, и здесь жмет «Менеджер» и забрать подарок «Топливодар». Вот эту ссылку с академии вы вставите вот сюда в профиль, на конференцию. Следующий момент, поднимайтесь выше, здесь придумывайте пароль, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот здесь повторяете 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше поднимаетесь выше, добавляете фотографию, соцсеть. И вот здесь придумайте главное, рефералка, вот здесь вот главное, рефералка вашей системы. Вы, получается, придумали название, вниз спустились, нажали «Сохранить». И когда вы все правильно сделали, страничка вот так перезагрузится, и у вас вот здесь красных полей не будет. Если красных полей нет, заполнили все верно. И вот здесь будет ваша страница и ваша реферальная ссылка.
Вы на нее нажимаете, открывается вот такая страничка, и вот эту ссылку вы копируете, и ее в академию заходите, в профиль, вот сюда заходите, и ссылка на топливодар добавляете. Также заходите в Facebook, Контакт, Одноклассники, и делайте, к примеру, вот такую рекламу. Пишите: лучший бизнес летом. И добавляете ссылку. Потом добавляете вот здесь фотографию по лету связанную. То есть, допустим, лучший бизнес летом. И добавили фотографию лета. Или вот эту вот. Вы сделали рекламу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Нажали опубликовать. Люди увидели эту рекламу, нажали на вашу ссылочку. Видите, рекламку вы сделали. Открылась ссылочка, люди заполнили данные, и они попали в ваш бизнес. Если новички, понятно, цифру 9. То есть они попали в ваш бизнес. Вот такой метод. И теперь мне нужно рассказать вам про три акции. То есть я рассказал, как пользоваться, да, системой. Вам нужно будет посмотреть домашнее задание. Вот этот тренинг посмотрите. Как настроить академию? Это как настроить, чтобы приглашать людей в бизнес. Дальше, вот этот тренинг, как давать рекламу в интернете, посмотрите обязательно. Как давать рекламу в интернете. И следующий момент, вот мы сделали рекламу, да? Следующий момент, документы я вам уже дал, закрываю. Следующий момент у нас вот такой. Получается, вы сейчас поняли, что у вас есть своя франшиза. Вы рекламируете ссылку, приглашаете людей в бизнес, люди приходят на презентации. Вы также можете собирать людей в офис, людей у ноутбуков садить, у проектора, продавать продукт, сеть строить. И последнее, что мне вам осталось рассказать, это три акции. Три акции, хорошо? И встреча подходит к завершению. Значит, происходит это вот так. У нас есть цена. Одна бутылка, вот видите, стоит 2000 рублей. То есть одна цена стоит бутылки для всех 2000 рублей плюс доставка в разные регионы. Поэтому смысл одну бутылку вам брать нет. Три бутылки для вас идет скидка, так как вы дилеры. По 1000 рублей бутылка, видите? И доставка получается дешевле будет. 6 бутылок на месяц, на 6 месяцев, еще дешевле. На год 12 бутылок и еще меньше доставка, видите? Так вот, если заказывать как клиент, например, одну бутылку в месяц, через сайт это 2500, за год это 30 тысяч каждый месяц. А если заказать 12 бутылок на год, вы заплатите по России 12900 с доставкой. И экономия будет между заказом каждый месяц по одной бутылке и годовым 17100. Если у вас есть желание и возможность, берите пакет на год. Если вы не тянете на год, берите на полгода. Вы тоже сэкономите, бутылка будет 1000 рублей плюс доставка дешевле. Но лучше, конечно, брать на год. Это акция, видите? Есть заказ на месяц. На месяц можно заказывать 20 бутылок, там 15 бутылок. Это будет активность на месяц. То есть вот эта активность идет на месяц, вот это на 3 месяца, это на полгода, это на год. Запомните, нижняя галка на месяц, верхняя галка на месяц, здесь на 3, на 6 и на год. Чтобы вам получать проценты, у вас должен быть активный офис. Покупка продукта дает активность. То есть все ссылки бесплатно, они у вас работают. Но чтобы получать проценты за структуру, одна бутылка минимум в месяц, либо пакет на год на годовой. Теперь следующий момент. Вы взяли пакет за 12900, а продали этот пакет минимум за 24 тысячи, а может быть и дороже. То есть вы наварили уже на продукте. Цель, если вы новичок, продать не за один день. Цель продать за год, 12 месяцев. Но лучше научиться это делать быстрее.
То есть не стремитесь продать за день, вам нужно научиться это делать. Если у вас не будет продаваться продукт, это хорошо, вы учитесь. Он может продаться за день, он может продаться за год. Это от вашего умения. Но мы вас этому научим. Я желаю вам, чтобы за у вас продавалось за несколько месяцев, а может быть и быстрее. Теперь следующий момент. У нас есть три акции. Акция номер один, акция номер два и акция номер три. Значит, давайте поговорим по акции. Эта акция действует в течение нескольких дней. В течение нескольких дней. Несколько дней, да, идет? Вот эта акция. А вот это действует с 20 июня по 30 сентября. Первая акция – это директор. Вторая акция – это дополнительно 2000. Третья акция – это дополнительно 2000 плюс 250 рублей. То есть вот давайте акции обсудим. Здесь акция директор, здесь акция дополнительно 2000, здесь акция дополнительно 2000 и 250 рублей. Значит, акция директор. Каждый из вас может получить золотой орден, бриллиант 57 граней и отдых в президентском отеле «Анастасия» 3 дня. Здесь ручной работы напитки, хлеб. Здесь отдыхал Медведев, Путин, Ельцин. Здесь отдыхают Безруков и другие звезды. Здесь будет гала-ужин, и здесь получите награждение. Вот вам сайт. Все это будет в подарок. И плюс тренинг. Кто такой директор? Это в октябре будет награждение. Директор с 20 июня по 30 сентября. У вас должно быть 30 личных бутылок заказано на себя. Можно по 5, можно сразу 30, можно 5 плюс 10 плюс 15. В общем, самое главное, чтобы до 30 сентября у вас было 30 бутылок личных. Далее вам нужно пригласить 10 всего человек с пакетом на год. То есть научить 10 человек взять пакет на год, годовой пакет. И из этих 10 человек научить четверых человек научить. 5 человек подключить на год. И вы становитесь директором, вы попадаете в зал славы, получаете золотой орден с бриллиантом и награждение в президентском отеле, 3 дня проживания в подарок. Там номера, чтобы стоить, чтобы вы понимали. Смотрите, это круче, чем Таиланд. Смотрите, вот. 22 тысячи, 12 800, 10 600 в сутки. Вы получите это в подарок. Вот вам сайт, где мы будем с вами чествовать вашу победу и ваши достижения. Следующий момент. Есть акция номер 2 и есть акция номер 3. И она будет в течение нескольких дней. В течение нескольких дней. И на следующей неделе завершится. Значит, акция такая. Если ты берешь пакет на год на сайте, ты платишь 12 900 и получаешь 12 бутылок. Если ты делаешь заказ через эксперта, ты платишь 12 900 и получаешь 12 бутылок плюс один комплект стоимостью 2000 рублей в подарок. Вот эта акция длится несколько дней. Через эксперта заказать продукт можно. По специальным данным вы направляете деньги куратору по перевод корона на карточку Сбербанка. Вот его данные, зовут его Иннокентий, свяжитесь. То есть на сайте, когда делаете заказ, часть денег уходит в РБК-банк, часть денег уходит в Сбербанк на обналичку. И вы теряете проценты. То есть здесь, когда вы делаете заказ, компания эти деньги не теряет и отдает вам. То есть вот эти 2000 рублей идет вам один комплект подарок. Это акция номер 2. Она закончится через несколько дней. И есть акция номер 3.
Вот это заказ на год. Это заказ на год, да? А есть вообще крутая акция. Она закончится на днях. Слушайте внимательно. Если вы заказываете на один месяц 10, 20, 30, 40, 50 и более, вы получаете бутылок. Вы получаете на каждую доставку, то есть здесь плюс 250 рублей скидка на доставку, 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 и здесь плюс 250 рублей скидка на доставку. То есть здесь вы получаете одну доставку на 250 рублей скидку. Здесь две доставки по 250, здесь три доставки по 250, здесь четыре доставки по 250, здесь пять доставок по 250. То есть вы на каждых 10 бутылок, если получаете по 250 рублей плюсом. Понятно, да, друзья? То есть вы получаете по 250 рублей плюсом, ссылки разрешено только мне скидывать. То есть вы получаете по 250 рублей плюсом на каждых 10 бутылок. Это хороший бонус, друзья, как вы думаете? На ваш взгляд. Теперь следующий момент. И самый жирный плюс, вы сейчас удивитесь. Эта акция закончится прям вот на днях, до 22 числа. Прям на днях она завершается. Это активность на месяц, заказ на месяц. И самый главный плюс, здесь получаете плюс 2000 рублей комплект, здесь плюс 4000 рублей комплект, здесь плюс 6000 рублей комплект, здесь плюс 8000 рублей комплект. И мама мия, здесь плюс 10000 рублей комплект. И эта акция скоро завершится, это просто круто. Вот это да, друзья? То есть вы получаете, допустим, если заказываете 50 бутылок, вы получаете комплект дополнительно на 10 тысяч. То есть вы вложили 50, а продали на 120 тысяч. То есть 70 тысяч вы получили чистыми. Представляете, какая цена у вас? То есть вы вложили 50, а продали на 120. Потому что вам еще комплект дали. И вы 70 тысяч чистыми получили. Круто? Друзья, как вам акция? Итак, в течение нескольких дней вам дается возможность принять участие в этой акции, и она скоро завершится. Киргизия, слышите, да, акцию? Теперь следующий момент. Заказ можно сделать через эксперта. Через несколько дней акция завершается. Вот его данные. Делайте перевод, и вам отправляют. Следующий момент. В этом месяце вы сейчас делаете заказ по акции. Вам приходит продукт. Вы получаете продукт. И что получается? Я проведу тренинг по рекламе на земле и в интернете. Я проведу тренинг по работе с предприятиями. Я проведу тренинг вам по работе с населением. Дам вам материалы рекламные. Научу азам. Вы начнете делать. И что произойдет? Смотрите. Что произойдет? Вы, допустим, заказали по акции 10 бутылок или 100, неважно. А получили 11. Вы заработали 22 тысячи. Ну, 22 тысячи вернули. Далее вы на эти 22 тысячи купили еще 20 бутылок. И у вас остались еще деньги. Вы получили еще 2 бутылки. Вы за 44 тысячи продали. Далее вы же этих 44, еще 40 купили. То есть 2000 осталось, 4 осталось. Видите? Вот это идет ваш доход. 2, 4 дополнительно. Потом 40 бутылок покупаете на те деньги, которые заработали. Еще 4 бутылки получаете. То есть вот это будет август, это сентябрь, это октябрь, это ноябрь, это декабрь, допустим. И вы здесь получаете уже 8 тысяч себе отложили, 2 тысячи отложили, 4 отложили, 8 тысяч отложили.
Но продукта-то у вас стало больше. Вы теперь заказали на 100, на 80 бутылок. Здесь получили 8 бутылок. Продали за 172 тысячи. Отложили 12 тысяч. 12 тысяч. Потом на 160 опять заказали. Получили дополнительно 16 бутылок. Продали за 320 тысяч. Отложили, получается, не за 320, а за, получается, здесь 2, 20, 30, за, 3, за 352 тысячи. 32 тысячи отложили. Потом заказали в следующем месяце заказ, допустим, на 320 бутылок. Получили 32 бутылки в подарок. И вот таким методом вы через примерно 6 месяцев, 12, придете к продажам в месяц около 2000 бутылок. Около 2000 бутылок. Причем вы будете получать примерно вы будете получать по акции в данном случае 200 бутылок в подарок, 200 тысяч будете в подарок получать. И 2000 бутылок будете продавать за 4 миллиона. Представляете? То есть речь идет о том, что я вас научу начинать с малой модели, и ваша модель каждый месяц будет увеличиваться, потому что вы будете увеличивать рекламу, вы будете профессионалом. Сначала вы одну работу сделали, потом вторую работу. И через полгода-год ваша доходная часть будет в продажной части около 503 миллионов рублей. Я вам обещаю, что вы это сможете сделать, если вы начнете делать правильно. Друзья, с вами был ваш друг Андрей Шаура. Я желаю вам успехов, процветания. Ждем вас завтра на презентации в 19:30 Москвы, в понедельник в 14:00 и в 19:30 Москвы. Всем успехов, процветания, свяжитесь с менеджерами, делайте срочно заказы. Срочно делайте заказы. Я желаю вам успехов, процветания, благополучия, больших высот и больших достижений. Эта запись будет в Ютубе. Я сделаю первую часть презентация, вторая часть тренинг, и вам надо будет давать первую часть презентация, вторая часть тренинг. Пусть люди смотрят, принимают решения и достигают вместе с нами результатов. Всем желаю великого труда, великих побед и многое-многое мы еще делаем для вас. До встречи!